На льду Татьяна Арнгольц и Максим Стависки. Татьяна и Максим будут повторять номер, который поставил Илья Вербух, Филья де ла Луна, лунная девочка. Татьяны сделал в нашем проекте все. Они дошли до полуфинала, дошли до финала, выступают сегодня и сегодня. Максим и колыбельную пел во время танца своей партнерши, носил ее на руках, выполнил все поддержки, которые придумал постановщик. В общем, их выступление каждый раз, в каждом этапе было украшением проекта. И не только потому, что Татьяна красавица, а потому, что они оригинальны, ни на кого не похожи.